Столько хватит? Я просто не знаю, сколько нужно. Хватит. Спасибо большое. Я в первый раз просто. Обычно на машине езжу. Остановка улица Чаадаева. Следующая остановка стадион Полет. Ой, а вы уходите уже, да? До свидания. Здравствуйте, билетики, пожалуйста. Билетик ваш. Ой, а мне же женщина вон та билетик не дала. Наверное, забыла. Билет стоит 28 рублей. Или платить, или выходить. Да, но я заплатила уже той женщине. Платить нужно водителю. Еще и водителю? Слушайте, ну это вообще как за гранью получается. А где у вас здесь написано, что я всем должна платить? Долго мы стоять тут будем еще? Всем как бы домой вообще-то хочется. Женщина, ну пожалуйста, все ж платят.